Вітаю вас в ефірі. Програма відзеркалення. Сьогодні ми поговоримо про діяльність громадської організації Ветеранське братерство у Харкові та Харківській області. Про це нам докладніше розкаже наш гість Данило Акуленко, керівник та засновник відокремленого підрозділу громадської організації Ветеранське братерство у Харкові та області. Вітаю вас. Данило! Ну, отже, ви вперше в нашій студії. То я думаю, буде доречно, якщо ви розкажете про себе нашим глядачам. Я бувши боець Поуказов, два роки провів на війні, в 2016 році вволівався. Сам з оккупированных територій, так сказати. Сейчас живу в Харкові. немножко займаюся бізнесом і громадською діяльністю. Ну, можна трошки у вас узнать, ну, в яких там військових операціях ви брали участь. Я участвовал в освобождении Широкина, в обороне полгода, то есть мы там находились. Также по всему сектору М мы ездили, участвовали там в небольших операциях разных, там в позиционной, то есть ну, в позиционке на позициях разных были в разведывательных операциях то есть абсолютно разных по всему сектору М. Uh -huh. Дякую. А Скажіть, будь ласка, ну що вас спонукало стати засновником громадської організації «Ветеранське братерство» у Харкові? Uh -huh. Ну тогда нужно перейти как бы, в корінь вопросу, як вообще появилась вся організація, так как організація появилась в Києві в 2017 году, то есть это уже три года війни, очень большое количество людей вернулось здесь. А участники бойових дій – Как мы знаем, это люди с повышенным чувством справедливости. И вот когда большое количество людей уже вернулось, также вернулись мои побратимы СОЗОВа. И вот они начали сталкиваться с вот этой вот социальной несправедливостью. Осенью 2017 года они уже там начали как бы продумать эту всю идею и создали свою громадскую организацию вот, ⁇ Ветеранские братырства». И вот э, весной уже 2018 года я увидел всю их деятельность, то есть я увидел, как они работают. Мне это очень сильно понравилось, я увидел показатели. Э, ну и тогда я, в принципе, тоже решил, что нужно как бы э, в Харькове это наладить дело, так сказать, и тоже начал как бы заниматься здесь. А, скажіть, ну, є такі державні організації, як Державна служба, наприклад, у справах ветеранів. Тобто, ви як альтернативна організація, чи чому взагалі виникла це ветеранське братерство? Ну, смотрите, як ми бачимо, у нас в державі багато служб працюють не на повну, і їм нужна допомога. Поэтому виникають громадські організації, які Часть работает, так сказать, берут на себя. Тем более служба по делам ветеранов, она как бы сейчас в принципе задействована в том, что они сейчас собирают. Министерство ветеранов организовывается, поэтому в принципе их работа сейчас больше направлена туда. Как бы. Ну и министерство ветеранов – это будут те же самые люди, которые сидели в Державной службе в справах ветеранов. Ну, мы бы хотели, чтобы нет, чтобы не было просто, что одни люди просто как бы поменяли название, да, и про... Мы контролируем этот вопрос, стараемся, чтобы побольше ветеранов прошло в Министерство ветеранов. Записываем видеообращение, то есть мы записывали к президенту. Видеообращения, то есть все лидеры ветеранских организаций собрались в каждом городе, записали видеообращения с нашими требованиями, что мы видим э, министрам ветеранов отошника, э, что мы видим э, помощников в Министерстве ветеранов в, э, хотя бы 50% чтобы это были отошники. Э, да? ну, поэтому как бы мы контролируем весь этот процесс, чтобы не было такого, что это как сказать, просто фикция это Министерство ветеранов и все. Поэтому. Ну, а какие питания разглядает Ваша организация? Взагали, чем займается? Угу. Как бы у нас есть основные направления. Это реабилитация э, социально-психологическая и физическая реабилитация. Ну, сейчас позже я подробно расскажу. Э, просто общее времяпровождение, то есть это спорт, это лекции, это выходы на природу, также там тренировки по стрельбе. Ну, мужчина как бы должен оружие держать в руках постоянно, независимо. Там война идет, не идет, это основное, это обязанность каждого как бы, мужчины. И также борьба за достойные права ветеранов. То есть, опять же, это все вот эти вот социальные несправедливости, да, во всех службах, инстанциях мы пытаемся решить эти проблемы, чтобы где возникали у Ветеранов, эти проблемы, да, мы пытаемся их везде решить, то есть. Ну, наводить было приклады С чем звертались до вас люди? На самом деле это просто десятки таких случаев. Ну, с последних могу рассказать парень инвалид войны. Ему не хотят выплачивать компенсацию на жилье. То есть это гарантировано законом о защите прав ветеранов. Там, в общем, так сказать, бюрократическая машина, просто его гоняют постоянно с одной инстанции в другую. Там вот у тебя не так написано одно слово в, там, в протоколе или в выписке где-то. И вот его постоянно вот так гоняют. Мы помогли ему, подали в суд и выиграли суд. Суд обязал комиссию, чтобы ему выплатили. Mm -hmm. Бывают ситуации там элементарно это вроде бы мелочь но тоже как бы неприятно с водителями то есть С водиями с... да, транспорта да 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 вот mm -hmm. чаще всего это в области происходит когда водитель просто э, отказывается перевозить участников боевых действий ну одно дело когда они еще просто но, отказывают как он это вот вот это самое как бы интересное что ну, одно дело просто отказать, другое еще нагрубить, э, говорить какие-то там фразами российского телевидения, да, там, некрасивыми, там, про всяких карателей, убийц и такое. То есть это человек вернулся с войны, когда он приезжает к себе домой, едет в транспорте, ему такое говорят. Я думаю, это не очень приятно. И неудивительно, что у нас там, вот, может, помните, когда-то там в Одессе была ситуация там с дракой, там, и чуть ли не, по-моему, с ножевыми, там. Поэтому как бы мы стараемся приезжать, общаться с водителем, общаться с его начальством, чтобы проводили беседы со своими водителями, ну, чтобы объясняли им, что нужно себя, в общем, так сказать, даже если есть у вас да, такая точка зрения, что нужно ее держать при себе, что нужно перевозить, там, потому что как бы, государство компенсирует все это перевозчикам. Чаще всего, когда перевозчики говорят, что нам не компенсируют, Ми начинаем все выяснять, оказывается, перевозчики даже не подають документи на компенсацію. Поэтому это, в принципі, их уже проблеми. Угу. Скажіть, будь ласка, а матері загиблих воїнів чи зверталися до вас з якимись питаннями? Так, да, конечно, обращаются. По різним теж по там, небольшим, там, знаєте, допустим в подъезде там, криша, да, те Это це бы Ну как бы мелочь, да, ну вот она ходит во всякие инстанции, там в тот же ЖЕК, ей отказывают, и она, ну вот она одна у нее, допустим, мужа, да, тоже нет, и сын погиб на войне. Ну ей некому обратиться, она приходит к нам, просит помощи, и, ну и нам приходится тоже идти, как бы, помочь, и за нее отстоять ее права. А скажите, ну вы не только по месту, но еще и работаете в области, да, где сам у вас есть филиалы и чем они занимаются? Ну, в данный момент у нас уже более-менее полноценно работает в Тергачах филиал и в Солоницевке. Сейчас вот в Волчанск, Краснокутск пытаем, ну, то есть уже ребята там заинтересованы, они уже организовываются там, как, так сказать, кучкуются, да, ради ну, общей идеи, чтобы там помогать потом. Занимаются, в принципе, они теми же вопросами, как и мы. То есть все то, что у нас основные вопросы, они это все пытаются реализовать. Ну, конечно, в области мы понимаем, да, там тот же Краснокурск, там население меньше, возможности меньше. Там они, допустим, не могут реабилитацией заниматься э, физической, да. Но они могут отправить к нам сюда, вот в Харьков, и здесь мы можем помочь. Но все равно, то есть они являются связующим звеном между ветеранам, который вернулся и нами вот здесь в Харькове. То есть они там связываются с этим человеком, говорят, мы можем тебе помочь, отправляют его сюда, он приезжает там в наш, допустим, реабилитационный центр. Тоже сейчас могу подробно про него рассказать. Так, там да, будь ласка. А, вот у нас в данный момент запускается реабилитационный центр. Сейчас идет ремонт полным ходом. Там в тестовом режиме у нас около 15 человек занимается. Реабилитационный центр в данный момент... Это где а реабили... находится? находится? это на студенческой. Ну, то есть в данный момент он еще полномасштабно не запустился, да? Поэтому я не, ну, не буду говорить адрес, потому что сейчас я побежит толпа людей, так сказать. Там сейчас по записи просто очень все, ну, ремонт сами понимаете. Реабилизация спины, суставы, то есть это в принципе сейчас в данный момент это основное, чем занимается. Позже там будет сидеть штатный психолог и там массажист, ну, все будем расширять максимально, это двухэтажный там центр, да, будем максимально его использовать. Опять же, столкнулись с такими моментами, вот мы сейчас ремонт проводим, очень хороший, так сказать, отклик, отклик у общественности, то есть те же там предпринимателей мы строительные материалы покупали, нам сделали скидку 50%. Когда, есть, узналися, для да, вы выберете, да, когда узнали, для чего вы Да, когда узнали, для чего этот центр. Ну, А вообще, где вы берете кошты? Это государственные деньги, или это городский бюджет, или кто uh, вам помогает? К, к сожалению, uh -huh. это вот как раз не средства от государства. Со средствами от государства у нас вообще, то есть в данный момент большая проблема в этих же министерствах деньги выделяются на всякие там организации ветеранов всех войн там есть такие организации которые там у них у них и ветераны великой отечественной войны и афганцы и космических войск так сказать всех подряд которые просто не умеют даже написать проект бюджетирования получают бюджет сумасшедшие деньги и за него даже не отчитываются Поэтому мы и в этом плане работаем, что пытаемся контролировать, чтобы эти средства потом. Вот в Киеве наши ребята зашли в комиссию по как раз контролю. Да. Там 6, человек, 6 мест всего, наш один человек зашел туда, с 254 кандидата было. Вот наш парень туда прорвался, так сказать, он юрист, он тоже три года на войне пробыл. Ну и вот он, когда туда попал, он просто увидел, какой хаос происходит, когда приходят просто вот, приносят проект, да, он вообще там неправильно написан, неправильно заполнен, там просто абсолютный бред, там типа концерт в госпитале 300 тысяч, там, ну вот так вот у нас такие фейковые там mm -hmm. организации, так сказать, разворовывают деньги. То есть а, система прозоро потребна и тут. Как обязательно. Mm -hmm. Ну, ну как ветераны всякие, ну реально там... Великой Отечественной войны, там у них организация, они просто каждый год в выделя... всех деятельности, это каждый год вы... медали, в общем, друг другу дарят, каждый год, ежегодно. И по факту, а суммы там, ну, миллионами заходят, чтобы вы понимали, Но как бы, куда они деваются, непонятно, потому что они, за них, как бы, толком не отчитываются. А если отчитываются, чтобы вы понимали, круглый стол 10 человек, обговорение, там, пытаний инвалидов, допустим, в своей организации за два часа там у них написано по типу 40 тысяч на аренду помещения. Ну вот комнатка на 10 человек, как она может 40 тысяч стоить? Там всякий кофе-брейк, там еще что-то 50 тысяч. Ну, это сумасшедшие деньги, которые просто непонятно куда уходят. У нас можно сейчас любое такое место да, там найти, где можно посидеть в десятером и провести не за 40 тысяч, а за бесплатно. Поэтому это все просто... Розкрадання коштів, так сказать. Угу. Mm. Скажіть, будь ласка, от ще щодо реабілітації. Ви користуєтесь досвідом якихось, якихось інших країн, інших організацій? Так, mm. mm. uh, да, звісно. Сьогодні утром вот уїхали наші побратими з Литви. Приїжджали вважаю, 2 тижні. Ми з ними в даний момент договорились о сотрудничеві. Це mm. военное братство Литвы, Они волонтеры, они приезжают, находят здесь парней, которым необходима реабилитация, и в порядке очереди забирают к себе. То есть у них, то есть что им позволяет, какое количество забирать каждый месяц, вот они набирают и там реабилитируют. 21 день наши парни там находятся, проходят реабилитацию. Сейчас мы обговорили, в принципе, ключевые моменты вот, по нашему сотрудничеству, как мы будем отправлять ребят и в сентябре, в принципе, я еду к ним тоже посмотреть их реабилитационный центр поближе, посмотреть, какие методики там конкретно используются, чтобы у нас здесь по приезду в нашем реабилитационном центре их использовать и как бы КПД повысить. Mm -hmm. Расскажите, а кто, вже, кто же там был, повертался, он делился впечатлениями? Да-да-да. Так, расскажите. Uh, были mm -hmm. вот сейчас парни, которые у нас как раз в организации состоят, они ездили еще там полгода назад, год назад, еще до того, как мы именно начали сотрудничать, у них там получилось по другим, так сказать, организациям вырваться туда. Говорят, очень понравилось, очень красиво, их там встречают прям ну, настолько дружественно, что некоторые ребята их забирали с центра, вот, вот, эти литовцы, да, забирали с центра ночевать домой. То есть они там ночевали, прям говорят, да, ты днем в центре проходи там реабилитацию, а ночуй у меня дома, в общем. И всякие там город показывают. Ну, принимают типовые, я сказал, очень по-братски. Угу. А скажите, пожалуйста, а взагалі за каким принципом принимаются люди до вашей организации угу. <свят> а, Принимаем мы через собеседование. То есть, это 90, наверное, 9,9% у нас через собеседование. Я общаюсь с людьми. Ну, я понимаю, зачем он, он вступает в организацию. А, сейчас очень много организаций да, ветеранских, и Одни просто там гонятся за количеством, чтобы там набрать себе большое количество и, не знаю, для разных целей их потом, как сказать, использовать. Может быть, даже потом для вот этих бюджетов, потому что есть, правда, организации «Ветераны войны» Афганистана и «Атовцы». Это абсолютно разные категории, но как-то есть организации всеукраинские, которые пытаются их в себя вместить, наверное, чтобы больше потом денег просто отхапать э, с бюджета мы берем не всех. Я общаюсь с человеком, для чего он вступает в организацию. Если он говорит, хочу земли получить, и все, да. Я говорю, ну, земли получить много где можно. Вот я сам направляю, правда, в другие организации. Я говорю, там тебе помогут, земли получишь. Если ты хочешь получить земли, и все. Я могу помочь человеку получить землю, но если он хочет на ней работать, то есть я общаюсь с фермерами, которые готовы землю давать, готовы научить работать на этой земле, готовы рассказать, какие есть программы дотационные от государства. То есть на культуры некоторые у нас есть дотации. Если ты будешь их выращивать, то тебе там... У нас есть и абсолютно там лояльная система по покупке техники. Да? Ну, государство дает условия покупки техники для вот людей, занимающихся на земле на этой. Я готов помогать таким. Но на самом деле их... Буквально нет. Никто не хочет работать на этой земле. Все хотят просто получить землю, продать ее реально за копейки, потому что земля стоит намного дороже, чем ее сейчас оценивают. Ну и все. Ну а взагалі ваша мета вашей организации? Организация, смотрите, я принимаю по принципу, чтобы человек пришел, мы ему помогли, если он хочет, но чтобы он потом помогал своим же побратимам, которые потом вот еще вступают в организацию. Потому что вот каждый может чем-то помочь, друг другу и в целом у нас все идет, у нас не просто же ветеранское братерство, то есть у нас по братскому принципу мы как, вот, как семья, мы пытаемся друг другу помочь в абсолютно разных, ну то есть есть, да, там основные вопросы, я их рассказал, но кроме этих вопросов есть куча вот даже вот это какой-то мелочи, просто когда там... Вот у меня мама там где-то в селе живет, а ей надо, ну вот мы сейчас там, не знаю, там что-то дома надо помочь. Ну и правда у нас такое, ребята, да Та поехали к тебе там, поехали там пять человек, там быстро все дела порешали там в этой области, в этом в селе. Ну то есть по-братски, правда, мы пытаемся помочь друг другу, потому что ну, сейчас и время такое, то есть и а ты еще с войны возвращаешься, тяжело пытаешься адаптироваться в этом всем, и такая вот голова ну Поэтому. вот, что до психологичной адаптации, а, какие у вас есть заходы? Смотрите, есть общее, то есть, как, общее время То есть, на самом деле, ну, я считаю, судя даже по себе, вернувшись в войну, это, наверное, самое основное. То есть, когда ты возвращаешься с войны, не знаешь, куда себя деть. То есть, я первое время, скажу честно, не было таких организаций, вот как моя. Я знал, там есть ветеранские спилки, но я узнавал их деятельность, и мне не хотелось даже к ним идти. Правда. Мне было бы здорово, чтобы я вернулся с войны, мне сразу, типа, от того он, пойди там, круто, можно спортом вместе заниматься. То есть ты занимаешься спортом вместе с такими же ребятами, отовцами, у тебя общие темы для разговора. Вот, вот как у нас сейчас. У нас есть зал, называется «Чемпион». Это в честь моего земляка, погибшего бойца Азова, Вовы Родионова. мной «Чемпион» был. В честь него сейчас открыт зал. Мы в этом зале тренируемся. И там тренируются участники боевых действий мы вместе, то есть бесплатно тренируемся, общаемся между собой. Это уже как момент какой-то вот психологической адаптации. А также есть психологи у нас, мы сотрудничаем с психологами, которые могут там на индивидуальный прием принять, пообщаться, ну, с ветераном, да, то есть какие-то вот ну, разговорить его, так сказать, да, там один на один. Есть групповые занятия психологи, ну, когда ребята собираются ну и готовы на вот эти вот групповые занятия, они и группой там тоже занимаются. Опять же, вот у нас есть выходы на природу, мы иногда на природу выходим, там плаваем на байдарках даже, то есть, ну по-разному, то есть ребят просто за... лекции, вот лекции мы проводим, тоже вот. Общее времяпровождение это, наверное, самый ключевой такой момент, то есть когда вот этого тебя обратно затягивает вот, вот этот социум, то есть, ты как бы вырван был, пока ты был на войне. Когда ты сюда приходишь, тебе реально нужно встроиться обратно в это все. Все эти э, мероприятия, вот это общее время проживания, оно тебя встраивает обратно. Вот. Ну а чем особо вы занялась я, и пришли, извини? Я. Да. Вот проблема в том, что как раз не было вот организаций таких куда. Э, я большинство своего первого времени сидел, так сказать, дома. Э, мало выходил с квартиры, читал книги, учился, заканчивал учебу. Все, вот у меня вот как-то было вот все вот так. Это заняло год у меня. То есть, я думаю, если бы было мне где с кем вот заниматься там спортом, каким-то там походами, какими-нибудь чем-либо, я думаю, это было бы там месяца три. А так у меня, ну, год на это потратился. И уже через год я такой, да стоп, что ты как монах там, да, надо заниматься. И я там начал немного бизнесом заниматься, там, бизнес, громко говоря, предпринимательство такое мелкое. И вот потом, позже я уже увидел, как мы думают, увидим, побратимы в Киеве работают, да, ветеранское братерство. Стоп, а я тут сижу, типа, война идет, а я сижу здесь, надо что-то делать. Да нет, я думаю, надо тоже помогать. И поэтому я занялся ветеранским братерством в Харькове, и вот сейчас, в принципе, я себя чувствую с точки зрения психологической очень хорошо, потому что я постоянно занят, вот какие-то там мероприятия, общения с ребятами, там помогаешь кому-то, когда видишь труды, свои труды, что они не напрасны, там, даже если одному человеку помог, да, там, я уже, мне уже приятно, да. А когда это не один, а десятки, а уже там начинает организация у нас там, за сотни перевалило, то ну, Поделитесь тогда, какие главные достижения у вашего ГУ в Ну Харькове? Вот основными, наверное, самыми такими, что хочется прямо, чтобы сказать в эфире, опять же, этот спортивный зал, который чемпион. Да, мы открыли, и он функционирует бесплатно, то есть «Карбышева-2», спортзал «Чемпион», там все, можно приходить бесплатно заниматься, это такое основное. Потом вот этот реабилитационный центр, на который сейчас мы свои силы вложим, я считаю, ну, блин, это, наверное, хорошее достижение, потому что как бы государство как бы не очень в этом работает в этой области, особенно там в Харькове тоже. И мы на себя часть ребят возьмем, сможем их реабилитировать. Я считаю, это уже хорошее достижение мероприятия тоже мы достаточно разные проводим там турниры по стрельбе проводили прям турни формат не просто тренировки а турнира да игры героев в Харькове проходили э -э, в сквере на площади свободы мы там выступали одними из организаторов там вместе с Малибу там поэтому ну, в принципе есть там чем похвастаться там десятки юридических там э -э, консультаций сопровождений э -э, потом Опять же, вот все эти вопросы, которые мелочные, их просто не счесть, да, и я даже не, думаю, не стоит о них даже говорить, вся эта ежедневная помощь, кто-то куда-то поехал, кому-то помог матери погибшего, либо просто тошнику, либо с теми же водителями, ну это вот, я думаю, это даже не нужно перечислять, это само собой, то есть... Дякую. Ну я нагадаю, що наш гість сьогодні це Данило Акуленко, керівник та засновник відокремленого підрозділу громадської організації Ветеранське братерство у Харкові та області. Я дякую вам, Данила. А ви дивились програму відзеркалення? На все добре. До побачення.